Всем привет, уважаемые друзья, также подписчики моего канала, обязательно подписывайтесь. Сегодня у нас новый тест, снова крутейший тест. Правило 5-10 вопросов, новичок 10-18 вопросов, изучающий 18-25 вопросов, почти гений 25-28 эксперт и 28-30, кто набирает, это по моему личному мнению и мнению этого теста, это мега мозг. Обязательно досматривайте ролик до конца и пишите в комментариях, сколько у вас получилось ответить на данные вопросы. Начинаем. Итак, первый вопрос. Какая планета ближе к Солнцу? Венера, Меркурий, Земля, либо же Нептун? Вопрос номер два. В какой стране находятся Помпеи? Испания, Ватикан, Италия, либо же Чили? Вопрос под номером 3. Кто отменил крепостное право? Николай II, Иван Грозный, Петр I, либо же Александр I? Четвертый вопрос. Какая столица у Чехии? Прага, Вильнюс, Варшава, либо же Братислава? Следующий вопрос. Кофе впервые было в стране? Индия, Центральноафриканская республика, Эфиопия, либо же Нигерия? Шестой вопрос. Самая большая змея в мире? Гадюка, уж, кобра, либо же анаконда? Седьмой вопрос. Какая валюта в Объединенных Арабских Эмиратах? Дирхам, риял, юань, может быть фунт? Вопрос под номером 8. Первый президент Соединенных Штатов Америки. Трамп, Обама, Рузвельт, либо же Вашингтон? Девятый вопрос. Древний город Персиполис. Где? Ирак, Иран, Иордания, либо же Бахрейн? Десятый вопрос. Какой гормон называется счастьем? Дофамин, эндорфин, эстроген, либо же такого гормона не существует? Вопрос номер 11. Кто основал город Санкт-Петербург? Иван V, Федор II, Петр I, либо же Василий II? Двенадцатый вопрос. Какое население в Китае? 100 миллионов, 10 миллионов, больше 1 миллиарда, либо же меньше 10 миллионов? Тринадцатый вопрос. В какой стране начался COVID-19? Пакистан, Индия, Китай, либо же Германия? Четырнадцатый вопрос. Берлинская стена пала в 1991 году, 84 году, 89 году, либо же в 2006 году? Середина теста, 15-й вопрос. В какой стране были Олимпийские игры 1980 года? Советский Союз, Япония, Корея, либо же Бразилия?
Ребятки, ну если хотите поддержать данный канал, ссылочку на донат я оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. Буду рад любой сумме на развитие канала, оборудования и всего самого наилучшего для вас. Переходим к 16 вопросу. 16 вопрос. Территория Швейцарии делится на области, кантоны, графства, либо же штаты. Семнадцатый вопрос. Книга исчезающих животных и растений называется «Красная, белая, зеленая, либо же черная книга». Восемнадцатый вопрос. В какой стране больше всего аэропортов? Мексика, Китай, Индия, либо же США? Девятнадцатый вопрос. Масса, умноженная на скорость, это будет энергия, сила, ускорение или импульс? Следующий вопрос. Столица Канады. Ванкувер, Оттава, Монреаль, либо же Виннипег. Ребятки, еще хочу сказать вам, что в этом ролике есть один очень немаленький недочет. Обязательно досматривайте его до конца и попробуйте его найти. Пишите в комментариях и разыграем в следующем ролике в самом начале небольшой, но все-таки денежный приз. Те, кто найдут, обязательно пишите, что это за недочет. Следующий вопрос. Напиток пиратов. Виски, ром, мохито или же джин? Двадцать четвертый вопрос. Сколько месяцев имеют 28 дней? 1, 2, все месяцы, либо же 4 месяца? Следующий вопрос. Какие горы делят Европу и Азию? Тибет, Анды, Монблан, либо же Уральские горы? Следующий вопрос. Самая высокая точка в мире. Эверест, Номан, Манулу, либо же Броуд Пик. Следующий вопрос. Звание, которое идет после капитана. Генерал, сержант, полковник, либо же майор. Двадцать восьмой вопрос. Какая валюта в Казахстане? Рупий, рубль, тенге, либо же доллар? Предпоследний вопрос. Сколько раз похищали картину «Мона Лизу»? 1, 5 раз, 12 раз, либо же 124 раза? Последний вопрос на сегодня. Статуя Свободы находится в США, Бразилия, Аргентина, либо же Уругвай. Друзья, спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Пишите в комментариях, сколько вопросов вам удалось отгадать, и посмотрим, кто из вас лучший в данном аспекте. Всем удачи, подписывайтесь, ждите новых тестов. Пока.